Так, вот здесь лежали мешки габрит тунка. Специальные обработки, так называемые, в крузере. Эта обработка применяется только для посева. Для продовольствия она не идет. Украдено было 83 мешка. В селе Красный Яр со склада зернохранилища крестьянско-фермерского хозяйства были похищены мешки с семенами подсолнечника. Да не простыми, а сортовыми. После визита непрошенных гостей на склад фермер не досчитался 83 мешков с семенами подсолнечника стоимостью около 900 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержано трое жителей ближайших сел, один из которых ранее неоднократно судим за кражи. Данные граждане сбыли мешки с семенами подсолнечника одному из фермеров Балаковского района Саратовской области. В ходе расследования уголовного дела местонахождение мешков с семенами подсолнечника было установлено, изъято и возвращено потерпевшему в полном объеме. В следственном управлении МВД Балаковского Саратовской области было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данным гражданам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Анатолий Чернов, Ольга Иванова, дежурная часть, Саратов.